спільними зусиллями як активістів громадянської блокади Криму, там прикордонників, міліції вдалося якби вмовити, роз'яснити водіїв про мету нашої акції, про цілі, які ми хочемо добитися. Да? І зранку вже жодної фури не було, всі повернулися. От з'явилися нові три фури, які пробували домовитись, мовляв, тим, що в них документи ще з 17 числа оформлені. Але їм також роз'яснили, що це неможливо жодним чином, та ніхто їх не пропустить, що варто повертати і шукати, заробляти гроші всередині України, а не на торгівлі з окупантами. І для того, щоб окупант на собі відчув цю блокаду, потрібен час. Тому ми будемо стояти, скільки буде потрібно. І там є ж, ви знаєте, що є певні вимоги для цієї акції, і як до уряду України, так і до окупантів. Вот скажите мне, в какой стране это возможно? Когда все полностью было получено, все заплачено, и машины не пускают. Значит, надо было государству не затамаживать машин, не брать налоги и не пускать в Крым. А не делать это, какая-то группировка должна встать здесь и это делать. Это государство, и должно быть все на государственном уровне это решаться. Но не на частном. А вы властница грузов? Я житель Украины, и я очень жалею о том, что в Украине такое делается. К сожалению. Вы собираетесь... Что немає закону. Ви збираєтесь їхати назад? Назад, так. Зараз? Зараз. По прибытию, то есть это было 4 дня назад, когда мы прибыли, тут находилось около 130 фур. Но после беседы с людьми мы поговорили, что нет смысла ждать, ни одна фура вперед не пройдет, потому что объяснили обстановку. Многие, скажем, водители нас поддержали, сразу же развернулись. Люди стоят, конечно, они возмущались сначала, мы тоже понимаем, как это так, мы поддерживаем, но почему, говорит, как бы такая задержка произошла. Ну это явно задержка была организована со стороны Российской Федерации, чтобы притормозить пропуск, чтобы создать пробку. Но, тем не менее, люди немножко как бы вошли в положение, немножко поняли, что это намного серьезнее, что это не просто игры, а это именно крик души, можно сказать. Мы сейчас в таком состоянии, нам нельзя расслабляться сейчас, потому что мы точно, вот те, кто мы организовываем, мы точно даем себе отчет, с кем мы имеем дело. И поэтому мы готовимся к тому, что будут определенные давления на нас с разных сторон. Мы как стояли, так стоять будем, пока не будет приостановлен закон 4032А, пока не будет отменено Верховной Рады Украины вот это вот постановление, которое о свободной экономической зоне, пока не будут выпущены наши хлопцы, которых незаконно удерживают, мы будем стоять здесь. Я об этом уже несколько дней подряд говорю. Энергетическую блокаду, это не просто продовольственная блокада здесь, с которой мы стоим, это не просто продовольственная, потому что мы перекрыли все. Мы перекрыли железную дорогу, мы перекрыли и транспортные пути. Если вы знаете, до последнего пути здесь по железной дороге ходили вагоны с песком и с глиной, которые поставлялись сюда на заводы Фірташа и там всех остальных, азот и титан. Если влада нас не услышит, мы будем еще серьезнее радикализироваться. То есть мы будем дальше идти, потому что так больше терпеть нельзя. Если нас не услышит вся Украина, значит мы будем знать, что Украины будущего тоже нет. Мы ключ к Крыму. Без этого ключа нет Украины. Нет Крыма, нет Украины. Если Украина говорит о том, что я не могу собственные границы защитить, я не могу собственных граждан, которых сейчас нам убивают, защитить, нет такой больше страны, как Украина. Как бы мне это больно не было говорить, нет такой больше державы. Это не субъект мировой политики. Субъект — это тогда, когда к тебе в свою собственную квартиру приходит враг, ты его кормить не должен, ты не можешь, не даже с ним здороваться не должен. Ты должен его выпереть в собственной квартиры всеми силами и средствами, которые у тебя есть. Вот мы хотим видеть наши силы и средства. Мы хотим видеть такую же реакцию, как у нас сейчас, крымский татар. Мы точно такие же граждане этой страны. Все, мы пытались, все что угодно делать пытались, не получается. Не слышите? Получается. Мы закрываем границу, мы закрываем дорогу. Хватит торговать на крови.